Сегодня я буду подключать к сети лампу и светодиод RGB, что сокращенно означает зеленый, красный, синий. Вот так вот можно подключить лампу. Для этого используется 9-вольтовая батарейка, провода и лампа. Ну а теперь светодиод. Вот он как волшебно светится. Красный, зеленый, синий, красный. Очень красиво. Особенно он красив, если его в темноте. Если его в темноте увидеть, он очень будет красиво смотреться. А вот как он будет выглядеть в темноте. Очень красиво, особенно если еще его ночью зажечь.